Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшое видео по DLC eBay и небольшой бонус в конце видео. Сегодня ECS Software в своем блоге решили нас познакомить с португальским городом Порту. Порту второй по величине город Португалии и столица ее северного региона. Город отличается мощенными улочками, многовековыми церквями и историческими достопримечательностями. Важную роль в экономике города играет рыбная промышленность. Одни из самых распространенных видов рыбы, которые ловят у побережья, это сардины и хек. Также в этом регионе выращивают бобы, апельсины, оливки, производят оливковое масло, которое экспортируется по всему миру. Оригинал статьи, как всегда, вы можете почитать, перейдя по ссылке в описании. Ну а сейчас обещанный бонус. ECS Software наконец-то официально показали полную карту данного дополнения. Дополнение включает полностью такие страны, как Испания и Португалия. В данном дополнении у нас уже можно посчитать, будет 23 больших города и 24 маленьких города. Крупнейшие города, такие как Барселона, Бильбао, Зарагоса, Мадрид и Лиссабон. Ну и также из прошлых постов мы знаем, что уже точно DLC выйдет в апреле месяце этого года. Ну и к данному посту прилагалась порция сочных скриншотов, которые вы видели на своем экране. На сегодня все, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.